1 октября действует закон, который увеличивает сумму страхового возмещения по вкладам в особых случаях. Напомню, что по общему правилу денежные средства на ваших счетах защищены системой страхования вкладов в сумме, не превышающей 1 400 000 рублей по всем счетам в одном банке с учетом начисленных на них процентов. Но бывают особые обстоятельства, когда человек не накапливал специально эти деньги, а получил их на свой счет в результате определенного события или сделки. Например, продажа недвижимости, получение страхового возмещения в результате ущерба жизни и здоровью, получение средств материнского капитала или, например, гранта от государства и ряда других случаев, о которых подробнее рассказано на нашем сайте Finkult.info. В этих случаях сумма страхового возмещения составит до 10 миллионов рублей. Но важно помнить, что это правило действует только в течение 3 месяцев с момента зачисления средств на ваш счет. После этого работает общая норма, и лимит страхового возмещения опять составит 1 400 000 рублей по всем денежным средствам, размещенных на всех счетах в одном банке. Кроме того, с 1 октября рассчитывать на страховое возмещение смогут и отдельные категории юридических лиц. Это религиозные организации, благотворительные фонды, а также некоторые виды некоммерческих организаций. Напомню, что к настоящему времени такое право есть только у малых и микропредприятий. Лимит страхового возмещения для этих организаций составит 1,4 миллиона рублей по всем счетам, открытым в одном банке. Подробности также смотрите на нашем сайте Finkult.info.